Всем привет! В данном видео хочу поговорить о том, что делать, если не взводится автомат после срабатывания. Вот у меня сработал автомат, и обратно он не взводится. Ситуация на самом деле очень простая, но для тех, кто не разбирается, это может оказаться проблемой. Им придется вызывать электрика, который возьмет с них деньги за буквально 2 секунды работы. Итак, значит, первое, что нужно сделать, чтобы завести автомат, это нажать рядом кнопку. То есть видим, здесь автомат заведен, кнопка утоплена. Вот если так будем пробовать, автомат не взведется. Если нажмем кнопку, автомат взведется. Теперь давайте поговорим о том, какие причины могут послужить отключению автомата и стоит ли его менять при срабатывании. Значит, первое, что нужно сделать после того, как сработал ваш автомат, это проверить, вообще работает ли он. Обычно такие автоматы срабатывают автоматически из-за неисправности какого-то бытового прибора, замыканий, утечки токов на землю. Ну, вдаваться в подробности я не буду. Просто принцип такой, если у вас где-то в сети утекает ток, то вот в этой в правой части срабатывает электромагнитная катушка, которая отключает автомат. То есть здесь стоит катушка, которая улавливает токи, которые утекают у вас в сети, подает их на катушку, и она отрубает данные автоматы. В общем, первое, что нужно сделать, это проверить, работает ли сама эта катушка. Вот выше видим кнопку с буквой Т, это кнопка тест, нажимаем на нее, видим, что все, защита у вас работает нормально, значит, вот эта вот защитная катушка исправна, автомат исправен. Все, можно включать обратно, то есть катушку заменять не нужно. Значит, в этом случае вам стоит проверить приборы, которые были подключены в сеть во время срабатывания, ну, отключения автоматов. Для этого, прежде чем вызводить обратно автоматы, отключите все приборы из розеток, затем нажмите кнопку, заведите автомат и начинайте по одному подключать те приборы, которые были подключены, и ждите, вот на каком приборе автомат снова отключится, значит, с этим прибором у вас проблема, его нужно отдать в ремонт. Если у вас автомат не взводится сразу, то есть с отключенными приборами, значит, либо сам автомат у вас вышел из строя, либо у вас где-то не выдержала проводка нагрузку и где-то замыкает проводка. Нужно уже в этом случае точно вызывать электрика. Ну, в принципе, на этом все. Надеюсь, видео оказалось полезным. Ставьте палец вверх, пишите свои комментарии. Если был в чем-то неправ, жду ваших комментариев. До новых встреч!